Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать очень оригинальный пауэрбанк своими руками. Поехали! Если в этой банке хранится энергия, почему бы ее не использовать повторно? Думаю, из нее получится очень прикольный и оригинальный корпус. Тем более, что он уже практически готов и покрашен в тему. Читаем. Энергия. Теперь я опустошу все содержимое, тем самым подзаряжусь сам. Конечно, в классических вариантах я использую только кофе. Чувствую, энергия так и просится наружу. Подогреваю, чтобы ускорить время полимеризации. Друзья, очень круто получается. Корпус благодаря эпоксидной смоле очень прочный, вообще не продавливается. Ну и кроме этого, эпоксидка будет играть роль изолирующего слоя. Сейчас займусь сюда внедрением литий-ионных аккумуляторов. Сюда поместится 12 штук, ну и необходимо будет мне изготовить новую крышку. Подготовил сразу несколько корпусов. Из маленького я сделаю пауэрбанк примерно на 12 тысяч миллиампер. А из больших я изготовлю 6S аккумуляторы на 25 вольт. Вот для этого красавца самодельного пылесоса с циклоном, который должен работать от батареи. Напомню, что здесь практически все детали также отлиты из эпоксидной смолы. Ссылка будет в описании на первую часть изготовления. Для обоих вариантов я буду использовать качественные литий-ионные аккумуляторы 18650, которые я приобрел на AliExpress. Для пауэрбанка я возьму вот такую простейшую маленькую плату зарядки-разрядки. Ну а вот эта большая плата BMS для 6S аккумуляторов, то есть на 25 вольт, также нужна для долговечной работы будущей батарейки. Предусмотрена защита от перезаряда, а также она будет следить, чтобы напряжение при работе не упало ниже допустимого уровня, при котором уже батарейка выйдет из строя.
В ней еще присутствует защита от перегрузки потоку и от короткого замыкания. Для индикации заряда я приобрел маленькие вольтметры. Ну и конечно же будем использовать красивые кнопки включения с подсветкой. Еще раз хочу обратить ваше внимание для тех, кому нужно. Ссылка на все комплектующие будет в описании под видео. Чтобы добиться нужного мне эффекта, я решил крышки корпусов отлить также из эпоксидной смолы. Туда же я встрою плату зарядки для пауэрбанка, то есть я ее непосредственно залью эпоксидной смолой. И чтобы не испортить ее и не допустить туда попадания эпоксидной смолы при заливке, я решил загерметизировать ее. Для этого я взял небольшое количество воска, растопил его и влил непосредственно внутрь разъемов. По-моему, получилось очень качественно и аккуратно. А также передо мной стояла задача встроить вольтметры в крышки до заливки эпоксидной смолой. Для этого пришлось пойти на небольшую хитрость, сначала приклеить их на небольшие планочки, которые я потом прикрепил к опалубке. Для контроля симметричного расположения всех элементов основание формы я сделал из прозрачного оргстекла. Кстати, потом, чтобы готовая крышка легко вытащилась, его и бока формы обязательно нужно смазать разделительным воском. По моему мнению, очень полезный лайфхак с оргстеклом, берите себе на заметку, после заливки эпоксидной смолой двигать уже что-то будет невозможно. Вот так выглядят подготовленные формы к заливке, вокруг также важна герметизация, я сделал это пластилином, иначе эпоксидная смола просто вытечет. Теперь нужно отрезать лишнюю часть банки, которая служила отбортовкой, чтобы осталась одна эпоксидная смола и вот это кольцо. Так, достаточно легко все снимается по кругу. Теперь необходимо освободить разъемы, аккуратно разрезать по кругу и нагреть феном градусов до 50. И весь воск оттуда вытечет просто. Ну и теперь одна из последних операций с корпусом. Нужно будет поработать с наждачной бумагой, довести до идеала верхнюю часть крышки и также сточить немного с боков. Либо с помощью бормашинки, либо с помощью брусочка с наждачной бумагой, чтобы крышка идеально входила вовнутрь.
Итак, друзья, все практически готово. Получается все довольно-таки очень аккуратно. Вот 6S батареечка. Сделал здесь подсветочку. Здесь также я все уже спаял. Внутри также здесь присутствует подсветочка. Ну и остается аккуратно вклеить крышки и посмотрим, что у нас получилось. Честно вам признаюсь, друзья, напаялся я, наверное, на год вперед. Вот так все плотненько здесь сидит. Вклеивать буду на термоклей. И чтобы была возможность корректировки, чтобы клей быстро не схватывался, я предварительно все разогрею феном. Да, наверное, можно было бы придумать способ поаккуратнее. Ну, честно признаюсь, друзья, я уже спешу и хочу испытать. И вот теперь, когда клей подстыл, можно вот так вот аккуратненько снять отсюда. Ну, а потом пройтись немного обезжиривателем. Итак, друзья, смотрим. Момент истины. Вот так все это дело выглядит вблизи. Получилось довольно-таки аккуратно. Мне нравится. Тяжеленькие. Одна. И вот вторая. Так, ну, это внешний вид. Ну, должно же все это дело еще работать. Смотрим. А! Мажестик! Друзья, ну, по-моему, замечательно получается. С вот этой батареечкой на 6S я еще не закончил. Еще предстоит с ней немало работы. Я ее уже сегодня тестировал для пылесоса. Работает пылесос на ней около получаса, практически на всю мощность. Здесь снизу мне еще необходимо будет выточить на токарном специальный резьбовой разъем, через который эта батарейка будет заряжаться, ну и через него же будет подключаться к пылесосу. Это вы посмотрите уже позже, в следующих видео. Ну а пока нам нужно проверить вот этого малыша, работает ли он как пауэрбанк. Давайте попробуем зарядить телефон от него. Ха-ха, есть, друзья! Все работает, все отлично. Все замечательно. Телефон заряжается. Ну, это крутяк. Не ожидал, что так получится прикольно и аккуратно. Сейчас выключу свет и покажу, какой эффект в темноте. Выглядит прикольно, но, к сожалению, моя камера не передает всего эффекта. Вживую выглядит намного-намного более симпатично. Ну что, друзья, мне очень понравилось то, что получилось. Я очень старался. Как и обещал в начале ролика, я вернул энергию обратно в эти банки. Напишите в комментариях, как вам данная идея, а также расскажите, что еще можно использовать в качестве корпуса для оригинальных пауэрбанков. Ну а у меня на сегодня все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Поддержите видео лайком, если вам понравилось. И желаю вам, чтобы энергия вас никогда не покидала. Пока! А я тоже пойду подзаряжусь.